Всем привет! И сегодня я проведу вам экскурсию по приложению для Minecraft. Вот это приложение. Оно называется Multiplayer for Minecraft. Ну, это по-английски, конечно, но ладно. Итак, это приложение можно скачать в Google Play. И для начала надо зарегистрироваться в приложении или через Google, или через Twitter, Facebook. Ну, надо предложить варианты. Иначе вы не сможете заходить на чужие сервера. Вот, они вам представлены тут. Или создавать свой. И когда вы зарегистрировались, нажимаем на этот плюсик. Создать игровой сервер. Называем свой сервер. Это будет рай. Выбираем количество игроков. Лучше всего выбирать количество игроков 5, потому что будет меньше лагов на сервере. Выбираем мод сервера. Выживание, креатив, PvP, мини-игра. Выбираем выживание. Итак. Карта сервера. Это тут представлены вам миры, которые вы создали при игре. Можно также разрешить ходить всем пользователям или только известным аккаунтом. И придумать пароль сервера. Но это вообще не обязательно, так что создаем сервер. Идет загрузка. Я не могу зайти! Это какие-то игроки на серверах. Ну вот, вы создали свой сервер. Скоро к вам будут подключаться игроки. Нажимаем на этот значок с инструментами. Здесь можно выгонять игрока, или приглашать друзей, или просьбы о добавлении в друзья принимать. Здесь есть настройки звука. Здесь можно прекращать PvP, и тут даже добавили приват, хотя его раньше не было. Все становится прям как настоящий приват. И скоро добавят телепортацию. С резервным копированием я еще сама не разобралась, так что... вот здесь также есть еще значок с микрофончиком. На него нажимаешь, и можно общаться с игроками напрямую. Итак, ну, на этом все. С вами была April O'Neil. Всем приятной игры. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и всем пока!